А я сейчас иду в парикмахерскую корни закрашивать. Так быстро стали волосы расти. Хоть я и подстригалась последний раз, когда краситься ходила, последний раз подстригалась. Но уже и волосы как-то отросли, но я подстригаться в этот раз не буду. Как-то и так короткие кажутся. В тот раз она сильно убрала мне длину, но корни очень быстро растут. Что? Я буду мотеть. Читать книжечку будешь, да? Да. Там про него написано, про миньона что-то. Че? Не, я не хочу. Все, в общем, сейчас парикмахерскую. Уже сюда к Светлане. Она вообще очень хорошо по блондинкам. Сама блондинка и очень хорошо красит в белый цвет, тонирует. Поэтому кому нужно, властными на вербе. Что топаю я. На тройке же, да, делали? Ага. Корни. Да, я тут это. Все же уже накрасили. На 3% обесцвечиваем пудрой. Дома я шестеркой обесцвечивала себе. Но я уже в последнее время всегда хожу к Светлане, поэтому сейчас на тройке. Все, покрасилась, вышла. Ну, часа три, наверное, мы красились. Немножко все-таки постриглись. Немножко сделали лесенку вот эту покороче, чтобы они не были такими густыми волосы, потому что у меня очень много вот эта шапка на голове. Ну, в этот раз сделали чуть другой оттенок, но мне кажется, красивый. Лучше, чем был в тот раз даже. Как-то более так. Вот все, еду домой. Сегодня холодно, так прохладненько. Вот.